Около 9 вечера по улице Мурманской угнали «Тойоту». Во время следственно-розыскных действий на автодороге Запорожье-Днепр патрульные остановили автомобиль Volkswagen. В нем обнаружили и изъяли денежные средства, связки ключей, плоскогубцы, GPS-навигатор, радиостанцию, селективный индикатор поля и мобильные телефоны. В салоне находились двое жителей Донецкой области. Впоследствии в Вознесеновском районе Запорожья патрульные нашли и похищенную «Тойоту». При осмотре изъяты вещественные доказательства, которые свидетельствуют о причастности злоумышленников к незаконному завладению автомобилем.